Так, а вы у меня сюда влазите? О, да! Сразу здесь им мариновать, может быть, чтобы оно не расползалось никуда, да? Нет, решила здесь, потому что здесь будет понаглядней. Так. Главное соль, а остальное уже там как угодно. Блин, старая лампочка сгорела, а этот такую дурацкую купила. Вообще. Сейчас петухов доедим, и потом у нас по очереди пойдут уточки. Так, ладно, хватит. А, я же эту штучку с хвостов-то я не отрезала. Так, да? Будем мариновать тем, что есть. Когда у меня спрашивают, темно, да, с этой лампочкой. Когда у меня спрашивают, какие приправы сыпете, какие есть, ну и какие любим, а какие любим, такие есть. Ну, иногда бывает и не остается, ничего страшного. Такие и сыпем, такими и мажем. Так, и паприка. Так, дальше. О! Да, чесночок. Перец. Не в нос, а в рот попал. Чесночок. Естественно, я так всегда мариную. И сейчас посмотрим, кое-чего у меня нет для маринада. А чего-то прям есть и замечательно. Чеснока можно было побольше, а там просто у нас вообще чеснок кончается, поэтому просто так на маринад и потом выкинуть жалко. Перец, 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 ну давай уж. Так, дальше. Делала вчера майонез,
супчику. Так, было бы много горчички, обязательно горчичка, но горчичка последняя. И не страшно, и не страшно. Очень люблю горчичку добавлять в маринады. Это просто объедение. И горчичка делает мягким. Прям особенно для тех, которые уж совсем. Короче, если умеешь, можно приготовить вообще любую вещь, да? Мягкой. Приготовить мягкой, я имею в виду. А то некоторые фу, там гуси жесткие, фу, там утки жесткие, фу, кто-то еще жесткий. Так, майонезик у меня... Ой, майонезик у меня тоже с горчичкой. Это вообще красота. Это красота. И для салатика, естественно, майонезика хватит. Так. Ну, поскольку горчички много нет, добавлю медика. Медика не было бы, ну и обошлись бы мы также без него. Ну, раз уж он есть, опять же, злоупотреблять не будем. Песто лежит, я его никуда не пользуюсь. С базиликом. Нужно пользоваться, а то уже подсыхает. Оливковое масло с базиликом. С кедровыми, чем там, орешками. Так. Ой, нужно еще сейчас яйца поставить на салат. Салатик очень тоже будет замечательный. Ну, все сегодня так же, как и делала в тот раз. Мариную петухов. Делаю салатик. Потому что полезно, не так жирно. Мяско, орехи, ананасик. Ой. Ну, а если бы вы только чувствовали это. Это вообще, конечно. Это что-то. Просто ананас, я почему делаю, стоит с Нового года банка ананасов, одна банка. Так, ну сейчас сразу переложу. Одну банку прошлогоднюю сделала в тот раз салатик. И теперь сделаю еще, ну раз есть, почему бы не сделать, и орехи пока, то доедаем грецкие орехи, пока есть орехи. И сделаем. Потом чем-нибудь опять будем думать. Все, есть мяско мы добыли. И завтра у мамы опять будем пировать. Ребят с тренировок встречать. У них сейчас скоро важные соревнования. Тренируется очень много. Ой, я как занырнула бы туда. Еще и лука намять туда, ну уже ни к чему. Уж куда еще вкуснее-то, да?
бабки в букетик. Желудки, печень, сердечки. Ой, я одну потеряла. Так. Два дружочка, да? Классненько так лежат. Очень вкусно. Очень прям дети говорят. Прям специально пишут дети. Поедят там у бабушки. Эй, нет, надо побольше. Вкусно было. Так. Ну, давай не сильно не будем мяться. Ну, вот так вот, чтобы все. А потом я опять вечером к вечеру переложу в пакет. Вместе с маринадиком. И чтобы с утра я им благополучно отдала. А, так, салат я буду делать вечером, потому что у меня еще только варится. А, яйца нужно поставить. Все, до вечера. И то не знаю, буду опять показывать. Последние орешки остаются, но на салат хватит. На салатик хватит. Даже чуть поменьше можно на салатик. А то, думаю, съедим. А это пускай порадуется. Порадуйся. Самое главное, я тоже очень люблю. Так, я же вспомнила, что мне еще кое-что нужно делать. Давайте переложим. Так, почему в пакет, может быть, кто не понял? Потому что это завтра отправится к бабушке. Я им с утра отдам. Так бы нам не нужны вообще вот эти лишние движения. В тазике он бы и стоял. Он в тазике, в кастрюльке, я не знаю в чем. Мариновался бы он. Они. Им не скучно, ребята. А я просто сейчас сразу завяжу. Положу в пристройку. И завтра я им с утра уже всуну. Чтобы завтра мне не ковыряться с утра, не собирать эту посылку. Пакетик положу и прекрасненько мариную яйца. Так, сейчас отнесу сразу. Не беру один. Так, а ну и давайте я положу сюда, чтобы ровненько у нас вот все было. Так, это яйца остыли, а мясо еще варится. Можно было бы достать, но я чтобы помягче, чтобы было. И помните, мы делали сыр в тот раз. Все то же самое. Делали сыр. Не сыр. Вернее, не делали. Сыр, но не делали. Сыр уже был готовый. Готовый и засохший он уже был. Мало того, что готовый, он уже и высох. Вот, выкидывать мне жалко. Мало ли кто не видел. Ага. Другой стороной. Собакам тоже. Обычно собакам отдаю. Но чего раскидываться-то? Собаки и так хорошо живут. Мы его перерабатываем. Так, здесь нужно большую чашку, иначе летит все. Вот какие-то нашла кусочки.
кусочки от пьяной козы. Как я так не осилила доесть, я не знаю, эти кусочки. Ну, вот два тоже Монтазию, наверное, да, лежат. И еще там один такой у меня здоровый. Не стала, а в том году, позатом, когда я делала, я прям перекручивала. Где ножик? Где мой ножик? Я прям перекручивала, что получилось тогда. Килограмма два, ну и здесь килограммчик. В общем, я тогда перекрутила, полную чашку вообще пособрала. Вообще все, что есть в холодильниках, сыну. Вот, в этом году я так не делаю, потому что он как бы... Да, как бы тоже быстро портится. Вот. А сейчас я перекрутила в тот раз. И сама использовала. У меня немножечко прям вот такая горсточка осталась. Это я сразу рука такая жирная. И мама там делает бутерброды. Бутерброды в духовку. Сыр. Не знаю, что там еще. Сосиски. Ой, боюсь, ножик сломаю. В том году я рубила топором. Не образно говоря, а в самом прямом смысле слова, что были такие кусочки. Которые вообще не рубились. В этом году хорошо тоже было бы рубануть. Так. Так. Так, ну ты не влезешь, очень жалко. Ты-то влезешь? Ты-то влезешь. Причем внутри оно нормальное. Корка. Естественно, корка. Ты влезешь? Нет, опять. Вот так. Так. Ну, не выкидывать же. Очень вкусно пахнет. Очень. Сейчас опять сделаю на салатик так немножечко напоесть и маме туда на бутербродики. И еще там уж последнее дособрать. Еще в другой раз останется. Или тогда я переработала и я убрала в морозиловку. Естественно, не оставила так. Можно как хочешь. Но мне как-то лучше нравится вот так вот. И это у меня тогда сломался, как он называется, эта штука? Аккумулятор. И поэтому у меня столько сыра посохло. Я заказала, я кинула сразу заказывать, ну, пока прошло несколько дней. Нет, не несколько дней, я не сразу узнала. В том-то и дело, что он у меня несколько дней полежал. Потом только я уж думаю, дай-ка я его проверю, что-то мне казалось, что он сломался. Вот, пока я думала, потом только проверила. Ой. И в общем у меня посохло. Ну, видите, не беда. Наоборот, хорошо. И он лежит, и обычно я там, когда к Новому году начинаю перекручивать. Ну как, это хорошо, что у меня вот эта вот штука есть. Иначе на терке никак. Я не знаю, каким еще прибором можно. Никаким. А вот эта штука легко.
болит. Вот, а ты влезешь, да? Блин, не влазит. Немножечко не хватает. Так. Ага. Так, ну пока мне вот это вот... Сейчас вот это вот попробую. И посмотрю, а то, может, мне и хватит, а этот кусочек потом, я не знаю. Сейчас посмотрю. Я обойдусь сегодня одним кусочком, потому что, смотрите, почти целая чашка. Вот этот я кусочек уберу на потом. Да, хватит. А вот сам салат, думаю, проблендерить. Сейчас, может быть, я еще и проблендерю, да, раз уже занялась техникой. А вот сам салат я буду делать, я не знаю, или прям совсем поздно вечером, потому что сейчас мне бежать в сарай. Или завтра утром. Ну, потому что не страшно. Этот салат с ананасами некоторые делают. Некоторые делают вперемешку. Я делаю слоями, а некоторые, ну, как оливье, вот так вот, в чашечке. И тут же едят. Почему ты не вытаскиваешься? Вытащилась. А, поэтому, может быть, не знаю. А может быть, и сегодня доделаю все-таки вечером потом. Ну, потому что до ночи-то время. Время-то еще есть. А может быть, и завтра я с утра сделаю, ничего страшного. Так, сейчас мы что делаем? Оставляем в чашке, да? По пакетам потом? Ну, наверное. Как же он вкусно, классно пахнет вообще. И да, говорила уже, делала я первый раз. Какой теркой? Ну, вот крупненькой терочкой. Крупной теркой, сейчас у меня здесь помельче. И вот такой, думала, не будет ли он такой прям вообще, прям крошка-крошка в пыль. Нет, нежненькие вот такие эти штучки в салате, это вообще просто класс. Ну и везде также на бутербродики, на яишенки у нас Дэня делает, и дети делают. Вот так вот даже получше. Классный вообще. Снег. Снег из сыра. Ну, чем богатый, да? Ну и все-таки я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания. Не знаю, может, еще увидимся, значит, увидимся. Навряд ли. Потом кто ее знает.